Что касается введения режима повышенной готовности в Калмыкии, как и во время пандемии, принято решение не распространять одни и те же меры на всю страну сразу. Государство исходит из реальной ситуации и реальной степени угроз. Военное положение и максимальный уровень реагирования вводятся только в 4 новых регионах России, где фактически ведутся боевые действия. Это ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Также средний уровень введен в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях. При этом средний уровень значительнее, чем повышенный режим, который был введен на территории всех субъектов ЮФО и ЦФО, в том числе и в нашей республике. Руководители этих регионов обладают полномочиями по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, проводят отдельные мероприятия по гражданской и территориальной обороне, реализуют меры для удовлетворения потребностей вооруженных сил, сообщает «Российская газета». Также при повышенном режиме усиливают охрану общественного порядка, важных объектов и населения. Могут вводиться особые режимы работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды. Ограничивать движение транспортных средств и вводить досмотр. Вводить контроль за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи. За работой типографии, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работ для нужд обороны.